Брексит создал новую проблему для Европы и соседних островов. Хрупкое затишье было нарушено после того, как министр сельского хозяйства Северной Ирландии, юнионист Эдвин Путс, приостановил проверки товаров, поступающих из Великобритании. Это подрывает единый рынок Евросоюза, в котором остается Ольстер, будучи частью Ирландии. В него теперь может бесконтрольно хлынуть чужой для ЕС импорт. Представитель Брюсселя напомнил об ответственности Лондона за таможенный досмотр. Как вы прекрасно знаете, мы подписали протокол с британским правительством, с правительством Ее Величества, сказал Эрик Бамер. Правительство Соединенного Королевства должно выполнять это соглашение. Тем временем глава администрации Северной Ирландии Пол Гивен подал в отставку, что может обрушить ее исполнительную власть, в которой тоже хрупкий баланс между сторонниками сохранения связи Белфаста с Лондоном, как названный министр, и теми, кто равняется на Дублин. Это означает продолжающуюся неопределенность, нестабильность, напряженность, поляризацию и плохую политику в Северной Ирландии, сказал министр иностранных дел Ирландской Республики Саймон Ковини. Независимо от того, что может сказать сегодня министр британского правительства, факты здесь очень ясны. Британское правительство обязано соблюдать международное право и договоры, которые оно подписало, включая осуществление проверок, связанных с протоколом. Представители Великобритании и Евросоюза провели экстренные переговоры, но с минимальным результатом. Брюссель считает, что к диалогу с Лондоном нужно подключить Белфаст. Заключенное после Брексита торговое соглашение зависит от соблюдения североирландского протокола.